Куани. Вот это тоже футболист, которого смогли подписать этим летом. Но никакой, я повторюсь, заметной компании не было. Азедину Наи — это марокканский футболист. И же атакует. И вот удар поворотом, штанга. Ну, а до этого был в Швеции, в Юргардене. И там он. Стиллион. Не любят, ну, не чтобы любят, уже был случай, когда тренер его. Сегодня его команда не дала игры. Посмотрите, что. Ну, а это Азедину Наи. И он уж хоть как-то перейти бы в атаку Смарнинга. Все вышли на Кабо. Жими Кабо все придумывает правильно. У Наи. И на этот раз он забивает третий. И на этот раз он забивает. И счет 3-0. И Анже надежды Лиона в этом матче, как мне кажется, хоронит. Да, бывают разные в футболе, но не при таком... Не при такой уверенной игре одной из команд. Забивает свой первый мяч в Лиге 1. Вот на глазах у таких замечательных болельщиков. Казалось всем, что Сильвиньо вот так сразу с места в карьере.